Итак, привет всем снова, мои зрители и подписчики. Мы продолжаем прохождение игры Spartan Total Warrior. И мы сейчас загружаем наш сейв и переходим ко второй миссии. Окей. Despite our defeat of the mechanical man, Talos, we knew we could not rest. The sounds of shrieking metal pierced the silence of the night, as the Romans salvaged what they could of the giant machine. In the dark, atop the city walls, we kept our desperate vigil. All we could do was wait for another attack. Or so we thought. Окей. Ну что ж. Воин Б, милость богов. А, это очки. Кто мне сказал, что это буква Б? Ну ладно. Оружие получено. Меч, щит, стрелы. Увеличить здоровье спартанца, увеличить урон спартанца. Окей. Ну что ж. Ну давайте сделаем все поровну. Так будет по-честному. Все. Продолжить. Оружие получено. Хорошо. А, окей. Продолжаем. Так, у нас, как всегда, необычная загрузка. Ну, ничего страшного. Давай, давай. Ну, что ты как... Не знаю кто. По-быстренькому. Можно. Окей. Journey to the enemy camp, Spartan, and retrieve what the Romans have stolen from your people. Seek the blades of Athena. So, let me get this straight. The two of us are going to walk into that camp, into the middle of thousands of Romans. We're going to free the prisoners, grab Athena's blades, and come back to Sparta, just like that. That's right. You do realize this is crazy. Better to die like Spartans. Then sit and wait for a Roman catapult to drop a rock on our heads. Aren't you overlooking something? What? Let's just say we do make it back. Don't you think Leonidas will punish us for leaving our posts? Let's go. Stay close and keep quiet. Okay. Контрольная точка. Няшно. Это что, по нам уже что ли лупит? Ну что, уж так быстро спалили? So much for stealth. Get those Spartans! Ты, сучка, иди сюда, римская тварь. Свой спасен. Что, вам подорвать это нужно? Так куда ж ты стреляешь? Капец, стрелять не научился. Ладно, не. Давай тогда ближе подойдем. Странно. Ладно. А что тут стоишь? Ты мне подсказочку дашь, куда идти или что делать? Ты стоишь тут как? Отойдем подальше. Ух ты, ё. Все, никого. Так, ну покромсали нас приличненько, но ничего страшного. Что у нас тут? Опять стрелы. Ну, как всегда. А, понял. Вот что нам нужно. Огненные стрелы. Бежим, 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 пока не закончились. Блин, прыжок. Да что ж ты будешь делать, твою налево? Капец, спартанец прыгать не научился. Ой-ой-ой-ой-ой, все, не успел.
Блин. Ну что ж ты будешь делать? Ну ладно, нам не трудно еще раз сбегать. Как это реально быстро время заканчивается. Забрали, взяли, побежали. Давай, давай, давай. Ускорения тут нету, поэтому он только так бегает. Целимся, огонь. Ну иди сюда. Да, же так я много потратил. Есть где-то подлечиться. Looks like they've got an alarm system. Kill the alarm ringer to prevent reinforcements. Once we clear these troops, I'll work the gates and we'll carry on. Забыл я осмотреть территорию, однако. Ну что ж тут поделаешь? Сюда, сучка. Никому не позволю позвонить этот долбанный колокол. Да атакуй же. Так, лучники те долбанные. Ой-ой-ой-ой. Мне хана. Да знаю, знаю. Твою налево, кто там, блядь, сбякнул? Итак, у нас тут опять что-то зависло. Я перезапустил миссию. Не знаю, я жду все настройки, что можно было перепробовал, но надеюсь, уже первый не будет. Я на это очень сильно надеюсь. Так, тут мы все облазили. Ничего больше нет, помолиться негде. Жалко. Ну ладно, тогда идем дальше. I'll take care of the gate. You keep quiet. Ну, так. Окей. Контрольная точка. Новая задача. Проникните сюда. Так, ну давай. Я за тобой. They haven't seen us yet. I'll take care of the gate. You keep quiet. Так, ну тут запомним, что тут можно жидкий восполнить. Посмотрим, что я смогу это сделать. Так, чтобы ползти по лестнице. Так, а. Я думал, ты сам будешь ползти. Ну ладно. Куда теперь? Братюнь. Сюда? Поджигаем. И взрываем. That was a stroke of luck. We can take a shortcut. Ну давай срезать. Ну веди меня, о великий. Куда? Сюда, туда. Что у нас тут? Капец, чувак, куда мне идти? Два пути, что мне выбрать? Ну ладно, пойдем сюда.
Будь с Кастро. Окей, вот восполнялка есть, хорошо. Ух ты, ё! Тут их до хрена. Блять. Валим отсюда. Где восполнялка? Я понял, они бесконечные, что ли, или нет? Где мой друг? Иди сюда. Не понял, тебя ж уже грохнуть успели, что ли? А, вот ты где. Ё-моё. Пробирайтесь вглубь лагеря. Так, восполнялка есть где-то еще. Нет, вроде бы. Let's go! Time to move! I'll just break this lock. Походи-ка. Взорвем катапульту. О, я молодчик. Одной катапульты у врага меньше. We better go this way. There are massive guard towers up there. You must be near where the loot is stashed. Ух ты, ее турель стоит. Вот это уже печалька. Ну и куда теперь, что мне делать-то? Да не хочу я молиться. Ладно, что ж ты тихо. Ну, дальше что? Но я не могу с тобой взаимодействовать. Что ты от меня хочешь? Так, я походу туплю, но я не знаю, что он хочет. Запрыгну туда наверх, что ли? Ну, я пришел к тебе. Что ты еще от меня хочешь? Короче, иди нафиг. Нифига себе. Я даже пикнуть не успел, уже грохнули. Ладно, попробуем еще раз. Блин, ну что ж ты будешь делать? Ладно, попытка не пытка, еще раз возьмем. Поехали. Поджигаем и валим. Да твою ж налево, куда ты?
them all! Так, за жидкий спасибо, конечно. А чё ж ты не ввалишься? Иди сюда. Что-то за бутылочки. Чей фляги, как их называть. Здоровье они не восполняют. Ну и фиг с вами. Я пойду подлечусь. Спасибо. Хоть на этом. Ну иди ломай замок, ты чё, чё стоишь-то? Что? Еще идут. Откуда ж вы беретесь? Класс. Help me out, Spartan! Что-то я пока мисс не въехал, как стрелять из этой хренной тени. Так, ну я подхожу к тебе, и что? А, все, мы всех перебили. Так, давайте еще раз потренируемся. Итак, садимся. А, все. И. А, понял. Все, оно бесконечное. Все, я понял. Так, восполнить жидкие. А, тут уже нельзя. Сейчас побежим тогда. Спасибочки. Так, ну тебя я тоже подожгу. Не оставлять же тебя без дела. Открываем. Открыли, да, 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 открыли. Все, идем. Так, тут у нас что есть? Нет, ничего. Поднимаемся. Hey, Spartan, get over this fence and sneak around behind them. Then find a way to disrupt the unit. We can ambush them from both sides. Ого. Жестко. Контрольная точка. Ну хоть за это спасибо. Так, а это что мне дает? Что это такое-то? Взаимодействовать не могу. Бить тоже. Открываем. Тихо. Главное не спалиться. Так, валите отсюда, валите. Римские шлюхи. Halt! I'll call for reinforcements! Блин. I'm going for the gun! Hellbuster gonna kill us later on! Так, ящик не восполняет мне. Жалко.
Капец, как же вас много. Так, ой-ой-ой, пора идти лечиться. Где лечилка? Мало, мало жуток, мало. Они бросим вы вас. Молчите. А то сам глохну. Блин, лучше иди сюда, тварь. Фу, блин. Hellbuster gonna kill us later on. Ну и как мне вас освободить? Подсказку вы можете дать? Don't abandon us, please! Блин, ну братюни, я не знаю, что с вами делать. Don't abandon us, please! Тут нету нигде способа вас освободить. Вот тут что это за штука, я не въеду, блин, что она делает. Напишите мне в комментах или в личку, чтоб я знал. А то кто. Печально все выходит. На, вот, вот этот гонг, которым призвали подмогу. Так, ладно, еще раз проверим. Точно вас нельзя никак выпустить. Нет, двери не ломаются. Значит, как-то другим способом можно. Давай, открывай уже. So, the rumors were true. The Romans are hiding the blades of Athena here, forged in the furnace of Hephaestus, lost during the Trojan War, looted from the temple in Athens by the Empire. So, that's what Ares meant. Keep guard. Think she's a Roman? There she is, get her! Ух ты! Ну вот это я понимаю, другое дело. Подходите по одному, а может всей толпой. Всем бошки поотрубаю. Иди сюда. Тихо, отходим. Опа-на. Неужели стрелы? Тьюх. Твари. Получайте. Так. Подберем жидки. Блять, эти лучники хребаные. То елки-палки. Так, контрольная точка. Блин. Восполняла ту,
Как жидкий восполнить, я тут еще не заметил. Ладно. Всех убили, ну подождите меня тут. Тут тоже ничего больше не осталось. О! Спасибочки. Стоп, ну что ж это делает? А, это магия восполняется, наверное. Но... я пока вместе ей пользоваться не умею. Походу. Не понял. А, защитить их? Блин, ну ладно. Иди сюда. Блин, ненавижу этих щитоносцев. Наконец-то вы свободны. I think the coast is clear. Everyone, let's get out of here. Само собой, валим отсюда. Так, двери ты открыл. Ну что, бежим? Так, жидкие, жидкие, жидкие. Thank you. Вот это класс. Так, окей. Пока я не понимаю, зачем мне магия. Что она мне дает? Стрелы, thank you. Выпад. Против щитов помогает только выпад. Он же, блин, не сдыхает, тварь. Все, бежим дальше. Блин, лучники, твари. Все? Бежим дальше. Keep the Romans off the prisoners! You're gonna hang like a flag on my spear! Oh, да. Так, куда теперь? Сюда? Так, ну и за обычные стрелы тоже спасибо. Так, взорвем еще одну катапульту. Она вам не пригодится. Окей. О, спасибо.
Фу, давай, открывай наконец-то. Hey, this way. Да я понял, давай. You keep quiet. Right, now we've got a way out of here. But we've really caught their attention this time. Guys, over here. Nice work. You only managed to rile the entire Roman camp. Leonidas said you might be here. I knew you two would get into trouble, so I brought a detachment after you. Get to those ballistas and fend off the Romans. К баллистам. We're wiring the bridge to explode. Anyone caught on it will be blown higher than Icarus. You'll have to keep your new playmates at bay until it's ready. Don't play too rough. Keep an eye on your ballista ammo. Так, статью баллисты. Продержаться 3 минуты. Окей. Мясо, я люблю мясо. Это что, все? Да вы гоните. Так, ну наши с ними разберутся. Так, а та, надеюсь, уже заряжена или нет? Так, я в потере, куда теперь идти-то? Что, все? Это все, боеприпасов больше нету? Это что только что было? А, вот одна. Ладно. Будем экономить патроны. Так, ну теперь я думаю, пора сваливать. Бежим к следующей. Попробуем еще раз. Блин, сука! Достал! They're sending out archers. Take them out. Follow me and I'll let you kill forever. The prisoners are under attack.
Капец, все, закончились катапульты, больше нет. А еще 30 секунд нужно продержаться. Ладно, постараемся. Давай, еще 13, 10. Давай, 9. 8. 5, 4, 3, 2, 1. We made it! The Romans finally got to taste some Spartan hospitality. The Spartan and Castor saved the day. What? I killed more Romans than you two put together. Without my help, you'd be locked up in one of those prison cells until the end of your sorry lives. I saved you. Well? We were... I am Electra, Princess of the Amazons. My warriors and I have been following the Empire's march through Greece for the past few moons. We were ambushed after the fall of Athens. I delayed the Romans long enough for most of my sisters to escape. But I was captured. I killed the guard and was on my way out when you two fools crossed my path. Ah, I'm wasting time! Take me to your king. I have information of a new war machine the Romans intend to use on the city of Sparta. Foolish Spartans. That was very foolish. Ну, наконец-то прошли. Я уже думал, это никогда не будет. Фух, так, значит, пройдено. Наглая девчонка нам попалась, но симпатичная. Судя по меркам графики далеких 2000-х там годов. Так, милость богов, еще 6 штучек. Спасибо. Новое оружие, меч Афины. Да спасибо, классные клинки. Вообще супер. Ну что ж, друзья, на этом я заканчиваю этот второй выпуск. Встретимся позже, на сегодня все. Всем пока-пока.